Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть The Forgotten Ones. Самый кривой мод в мире, который вылетал у нас в первой серии, вылетал во второй. Причем вообще без причин, просто тупо падает и падает, либо во время входа на новую локацию. Но тем не менее, это реально крутая вещь, потому что здесь мы пугаемся. И в предыдущей серии вот из этой двери выломилось что-то совершенно непотребное. Теперь оно лежит вон там где-то и отдыхает. В этот момент я, по-моему, так напугался, что просто пипец. Но давайте дальше исследовать это имение, потому что... Блин, а что нам еще остается делать-то? Выбора у нас особого нет. Ой! Ой! Ой, твою мать! А! Отвали-то от меня! Я не вижу ни хера! Ну как можно так целиться, твою мать? Хорошее начало. Нет, это невозможно. Он бьет слева и справа, и слева и справа. У тебя нет возможности прицелиться тупо вообще никакой. Ну, по крайней мере, где ты там? Ну-ка, вылезь. Вылези. Я тебе сейчас рога-то подстреляю, скотина. Блин, не видно его. Тоска, печаль. Тихо. Тихо, тупень. Тихо. Давай вылазь, родной. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Ой. Что ж ты? Ух, я ненавижу этих тварей. Это очень плохо. Ладно, короче, надевайте наушники, потому что я вижу, еще некоторые нет. Надо играть в наушниках. И смотреть, соответственно, тоже. По-другому тут никак, ребята. Там нас определенно кто-то ждет. Хорошо, допустим. А мой ребенок, только не мой драгоценный ребенок. Хозяин гостиницы сошел с ума. Я пытался убежать, но он не дал мне. Все были в ужасе. Мой муж пропал. Уже 2 дня его нет. Господи, помоги нам. Беда какая. Ой-ой-ой. Что это там, Библия? Нет. Какая-то лажа. Так, не поддается. Хорошо, я понял. Вот это вот вообще просто место спасения. У врагов отказывает искусственный интеллект, и хоть как-то можно жить. Тихо, тихо. Тихо. Я надеюсь, это не то, о чем я думаю. Да вроде нет, но это мне тоже не нравится. Я подумал, что это манекены. Эй, ты там живой, нет? Что за хрень? Что? Ух, твою мать. Я не хочу туда заходить. Фонарик, пожалуйста, не выключайте свет, пожалуйста. Не надо выключать свет. Циркулярки. Да хватай ты ее. Давай, родной, давай! Как хорошо, что вы тупые! О, как хорошо, что я знаю, что вы тупые, я знаю, что с этим делать. Я знал, что будет подляна. Знал. У нас вообще практически нет боеприпаса.
и не знаю, что делать дальше. Хорошо. Ага. Так, нет, ключи — это хорошо, конечно. Но мы же брали кусачки, вы помните? Подождите-ка, ну-ка. Мне показалось, что он опять там стоит. А где мои кусачки? А, вот они. Их просто... Инвентарь на самом деле довольно кривой. Плохо что видно. Ну ладно. Тихо. Хорошо, допустим. Допустим так. Так, ладно, новая локация. И сейчас мы опять упадем, скорее всего, да? Нет, смотри-ка. Ох, черт. Подвалы. И у меня ссаный Вальтер. Против монстров, который убивается с 10 выстрелов с него. Наверное. Как же я сюда попал? Да возьмись-то уже, ну. Кто здесь вообще? Кто здесь есть? Твою мать, я ненавижу такие места. Просто... Что это? С Чауром? Это какой-то, я не знаю... Ахтунг Эксплосив. А, вот это вот уже Битте. Понятно, это уже немецкий. А вот и взрывчатка. Так, туда стрелять не стоит. Какого хера? Так, давайте пошли отсюда нахрен, да? Там сзади какие-то нездоровые звуки появились, шестящие. Я не хочу вперед, но мне не нравится сзади. Твою мать! Охренеть просто вообще. Вы что, издеваетесь? Мы отсюда сейчас будем играть? Не знаю на самом деле. Просто не знаю. Где-то там гнида, ты же там где-то прячешься. Хрен с ним. Да что ж ты делаешь, идиота, кусок. Ух ты, какой ты жуткий. Куда же ты пошел, мать твою? Жаль, что все по-новому придется проходить. Но да какой у нас выбор, да? Нас никто не жалеет. В принципе, можно было бы просто пробежать туда, но, конечно же, нет. Потому что нам нужно взять это сюда. Фонарь.
Так, ладно, допустим, все, что хотели, мы взяли, а большего нам и не нужно. Просто валим. Куда дальше зайдешь, еще пара бабаек появится, нам этого совсем не нужно. Так, вот сейчас мы можем вылететь. Да, прекрати. Только не делай этого, пожалуйста. В прошлый раз я, конечно, побольше патронов потратил. Я на самом деле не понимаю, зачем в игре, которая работает вот так, делать сохранение фиксированное в определенных местах. Для чего вообще просто? Логике не поддается. Тит? Это какой-то тит. Окей. Я думал, ТНТ. Хорошо, и вот и ты, да? Свободен, словно птица. Так, хорошо. Дайте мне, пожалуйста, хоть какое-нибудь сохранение. Какого хрена опять со спины приближается? И куда я опять попал, интересно? Хрен его знает. Нужны патроны. Хоть сколько, ну. Вот. Вот оно, самое главное сокровище. Отлично. Хотя мы вроде как не особо и далеко прошли, но лучше с этим, чем без этого. Как думаете, куда мы попали? Я вот, честно, понятия не имею. Два клипа, это уже хорошо. Хорошо, какой-то валв. Вентиль, то есть. И как думаете, куда нам с ним надо таращиться? Вообще понять не имею, куда иду, короче говоря. Мне настолько страшно, что я буду ломать эту игру. Я знаю, что местные монстры очень тупы, и вот это вот, то, что я сейчас иду по кусту, это для них будет шок. Они просто не смогут меня ударить. Я буду этим пользоваться. Тихо, тихо. Что за хрень это была? Нахрен. Ну давай. Она сама, что ли? И это само качается. Подожди, это не то же самое поместье, только с другой стороны, нет? Немецкие машины. Я приближаюсь. А больше ничего, к сожалению, не слышно, потому что разработчики не пожелали, чтобы игроки слышали, что говорит главный герой. Прикольный аппарат. Это же этот? Марс? Это же Марс, по-моему.
Смотри, какая рама. Прикольный. Закрыто. Не открывается. Так, и тут понакатывается. Окей. Посмотрим, к чему нас это приведет. Вот это место мне просто сразу не нравится вообще. Зачем я сюда пришел? Тут шприцы какие-то. Что? Куда я попал? Твою мать! Так, Кир, выходим обратно. Я туда не пойду больше, в эту... Какого хрена это было? Включите свет, я ненавижу мигающие лампы. Было-то вообще. Аптечек куча. Сюда куда-то, наверное, вентиль надо вставить. Бляха-муха. Это все из-за тебя. Бесполезно, конечно же. Ничего не вижу. Они живые? Твою мать, это я начинаю привыкать к этому дерьму. Что это? Какого? Я и еще двое достигли этого ужасного имения. Только чтобы найти его пустым, мы проследовали по туннелям. И они нас вот сюда привели. Здесь все как-то очень странно. Похоже, что третий наш друг сходит с ума. Я не могу это перенести. Кто бы это ни читал. Помоги нам, Карл. Япона мать, да эта игра просто огромна. Давай, вылазь. Если ты меня хрен поймаешь. Ох уж эти звуки. Куда я иду? Куда я иду вообще? Не бойтесь, это я просто проверяю свою боеготовность. Если что-то выскакивает, то сколько я на ящик успею запрыгнуть? Окей. Что я сделал? Похоже, что здесь не хватает вентиля. Вентиль есть у меня. Я тебе сейчас дам.
Охренеешь мозги потом собирать по стенкам. Ну-ка, не заходи сюда. Так. Ну что, господа хорошие. Остается только нажать кнопочку там. Да и я даже не уверен, что мне нужно это сделать. Достаточно, по-моему, просто... Блин, да что ж я застреваю это постоянно, а? Ладно, допустим, что-то мы запустили, не знаю, правда, что, но... Ну да ладно. Эту игру надо назвать просто ящиковый прыгун. Потому что в этом для меня смысл этой игры. Спрятаться повыше и сидеть осматриваться. И после этого, что самое печальное, то что я где-то секунд 5 не могу двигаться. А еще бы мне кто-нибудь объяснил, почему? Почему, когда я целюсь, все вокруг темнеет так? То есть, возможно, это сделано, чтобы отобразить, что по бокам у меня все теряется, и все зрение сосредоточено спереди. Но в такой темной игре зачем это делать вообще? Тут и так темно. А вы еще искусственно затемняете. Не знаю, у меня просто предистеричное состояние от этой игры. Мало того, что я не знаю, куда я иду, постоянно куда-то иду, куда-то попадаю, так еще и игра реально просто... Просто зла. Три вентиля. Этот не работает. Этот тоже. И этот не работает. Ну и хрен бы с вами, валим. Ох, твою мать! Ух. Ай, твою мать. Так, мне нужно вернуться. А, я, говорит, не могу пока вернуться. Ты издеваешься, что ли? Почему ты не можешь вернуться? Нас же сейчас убьют там. Вот как? Да твою мать! Это просто издевательство какое-то. Ну вы посмотрите, ну блин, как он подходит, все, просто уже потом не вырвешься. Ладно, у меня Батхёрт. Он вызван тем, что это очень эмоциональная игра, она реально просто меня пугает, но при этом я знаю, что дальше делать, короче говоря. И вроде в этой серии она даже особо не вылетала. Ужасно страшная, я не знаю, я ее очень боюсь, при этом очень кривая. И практически за каждый момент по отдельности разработчиков хочется отхлестать по лицу. Ну вот зачем так делать? То есть если монстр, и даже если у тебя есть оружие, ты от него не отобьешься. Тупо не отобьешься, потому что разработчик сделал кривую боевую модель. Враг подходит, все, ты труп уже однозначно считай. В темных помещениях очень темно. Когда ты целишься, ты вообще ничего не видишь, потому что оно даже вот сейчас светлым все очень сильно затемняет. Ну и кроме того, сохранение, зачем в игре, которая, я думаю, он знал там по отзывам, что она вылетает буквально от каждого чиха, и делать в ней сохранение в километры друг от друга, это довольно странное решение, по-моему. Но как бы там ни было, игра все равно хорошая, и мне очень нравится, поэтому давайте, наверное, сохранимся, и на сегодня будем заканчивать. А в следующей серии продолжим как-то пробираться по этому имению. В принципе, мы знаем уже, куда идти. И не так все сложно оказалось. Ну, ладно. Посмотрим в следующей серии, как будут развиваться события. Спасибо, что смотрели. И я надеюсь, вы смотрели в наушниках. Оно того стоит. Оно для того, собственно, и сделано. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.